Валерия будет жонглировать яйцами. Поддержим Валерию! Да. Да. Впервые в здании молодежного центра человек подносит два яйца. Вот так весело начинается интерактив со зрителями гала-концерта 26-го областного фестиваля «Студенческая весна». Пока конкурсанты готовятся к выступлениям, в холле молодежного центра активно проходят конкурсы и работают тематические фотозоны. Решения жюри уже приняты, победители определены. Лучшие отправятся на российскую студенческую весну в Пермь, которая пройдет с 14 по 19 мая. Весна. Как обычно, очень яркое событие в студенческой жизни. Каждая студенческая весна отличается яркими номерами, какими-то открытиями. Поступило на конкурс более 60 заявок от студентов, да, номеров исполнителей. Более 100 ребят выходило на сцену, показывали свои номера в различных номинациях. Музыкальное, танцевальное, театральное направление, оригинальный жанр, видео и журналистика. В 6 номинациях участвовали студенты всех вузов и СУЗов Магадана. Помимо эстрадных и современных танцев, некоторые участники представляли народную культуру Севера. Больше всего талантов оказалось в вокальном искусстве. Чтобы выделиться в высококонкурентной номинации, студентка отделения «Социально-культурная деятельность и художественное творчество» Магаданского колледжа искусств Екатерина Фадеева написала авторскую песню, где затронула актуальную проблему. Я буду исполнять авторскую песню, которая называется «Наша судьба». Песня о нынешнем поколении, которое в наше время по большей части думает только о тусовках и ни о чем больше. Вот. Кто-то удивлял вокальными данными, а кто-то художественным словом. Студенты не только читали рэп, но и рассказывали стихотворения собственного сочинения, а также известных поэтов. Лупит гром из-под небес. Если это чудо пропустить, как тогда уж и на свете жить? Все, что мимо сердца пролетело, ни за что потом не возвратить. Хоть члены жюри отдали свои голоса фаворитам, свою оценку исполнителям давали и зрители. Некоторые песни полюбились всему залу. Фестиваль является по праву, наверное, одной из самых ярких программ Российского союза молодежи, который есть в нашей стране. Ежегодно миллионы студентов принимают в нем участие. И мы очень рады, что в этом году, благодаря поддержке губернатора, правительства Магаданской области, благодаря руководителям наших учебных заведений, достаточно многочисленная делегация Магаданской области будет принимать участие во Всероссийском фестивале в городе Пермь. Исполнители лучших номеров гала-концерта наградили дипломами первой, второй и третьей степеней. В итоге 3 номера в музыкальной и танцевальной номинациях получили гран-при. Они и поедут на российскую студенческую весну. Благодаря поддержке руководителей учебных заведений отправятся в Пермь еще 6 призеров областного фестиваля. Всего в делегацию Магаданской области включены 11 финалистов.